Ну что, ребят, всем привет! Вот и настало время возвращения блудного сына. Как говорится, перейдем сразу к делу. Наверное, около практически 2 лет мой канал оставался в простое. Я ничего не выкладывал, не проявлял никакой активности на нем. И теперь все-таки думаю вернуться, потому что 5000 подписчиков на дороге не валяются, как говорится. Но перед тем, как мы продолжим дальше, давайте я все-таки вам объясню, почему не было никаких видосов, никакой активности с моей стороны и так далее. Начнем с того, что главная причина моего ухода все-таки является устаревший ПК. А точнее видеокарта, которая уже ничего не тянет и практически сгорела. С ней и были все проблемы. Вот сейчас вы видите на экране мою старую видеокарту 560 NVIDIA, которая благополучно служила свои 3,5 года и пришел ей, так говорится, конец. После того, как она сломалась, я был в небольшом шоке и не знал, что делать. Ясен пень, что нужно купить новую, но средства найти для нее не так уж и просто, тем более в моем положении. И я ждал, пока наберется та сумма, которая позволит мне купить видеокарту. Брать я хотел изначально 960-ю видеокарту, но потом мое мнение резко поменялось в сторону более лучшей модели 970-й, которую видите сейчас на экране. Я купил ее где-то, по-моему, в ноябре, если не ошибаюсь, в конце, и сейчас благополучно ей пользуюсь. Но это только одна из причин, по которой я бросил канал. Вторая была учеба, которая не позволяла мне заниматься каналом, выкладывать видео, записывать и так далее. Ну и третья причина, самая банальная, просто отсутствие интереса к каналу, к видео и так далее. Не знаю, может быть, я перерос этот возраст, может быть, нет, но все-таки даже когда я бросил канал, мне не переставалось хотеть создавать видео, какие-то монтажи, там, не знаю, нарезки и так далее. Поэтому я все-таки решил, что нужно продолжить, тем более люди просили некоторые, спрашивали в личке, интересовались. Ну, в общем, перейдем к делу. Сейчас я расскажу дальнейшие планы, какие видосы будут выходить, по каким играм, какая тематика канала будет. Сразу скажу, чтобы никто не волновался, тематика канала сохранится старая, контент станет более качественным. Я недавно смотрел старое видео, и моя рука просто с моего лица не слезала, потому что я смотрел, и мне казалось это полной чушью, то, что я несу, то, что я делаю вообще. Короче говоря, ладно, старая тема. Сейчас я постараюсь сделать качественные монтажи, веселые видео, то, что реально популярно на данный момент. Вот, кстати, сегодня вы увидите видос по Hard World. Мы там с Паханским бегали, очень круто получилось, советую глянуть после того, как посмотрите подкаст. Через пару минут или час он появится в ближайшее время на канале. Так что советую глянуть. Еще я все-таки продолжу свои старые проекты, такие как Star Wars Unleashed 2, потому что я посмотрел, там очень много просмотров и огромный интерес публики к этому проекту. Я сам с недавних пор стал еще более привязан к серии Star Wars, еще более она мне нравится, еще больше точнее. Вот, поэтому, в принципе, я ее допройду с того момента, на котором мы, собственно, и остановились. Так что, если кто не видел мои видосы на канале по Star Wars, советую глянуть. Скоро эту игру мы допройдем. Вот, еще один проект, который я хочу продолжить, это будет Red Faction, потому что, ну, я тоже видел, что народу нравится, и не закончить такую игру, которая, в принципе, нравится публике и мне, ну, как-то нелогично. По Red Faction также есть видео на канале, если кому-то интересно, то советую глянуть. И я уверяю вас, больше забрасывать проекты я не буду. То есть, если я начал игру, я ее пройду до самого конца, какая бы она ни была. Потому что я знаю то, что не всем нравится, когда какой-то из авторов начинает проект, а потом забрасывает его. Короче говоря, вот ближайшие планы. В принципе, я все, что хотел, сказал. Я надеюсь, вы поймете меня. Простите, так сказать, и будете смотреть. Я, конечно, знаю то, что сейчас многие так смотрят, точнее слушают этот подкаст и думают, а кто этот чувак вообще? Я на него подписался давно-давно, чё это какой-то ноунейм? Да, я знаю, такая реакция будет, и будет даже мало активности в ближайшие несколько месяцев. Я уже не говорю про лайки, просмотры, но будем стремиться, ребят, будем набирать всю нашу прежнюю форму, делать видосы более качественнее, более интересней. И надеюсь, вы останетесь со мной и поддержите меня лайками и подписками. Вот, в принципе, ближайшие планы я сказал.
Star Wars, Red Faction и Hard World будет в ближайшие дни. Точнее, Hard World точно будет, а вот Star Wars и Red Faction я пока не знаю. Мне нужно их скачать, допройти до того момента и включить уже запись в сохранении, потому что у меня не осталось, это было 2 года назад. Вот. В принципе, я все сказал то, что хотел. Ждите сегодня нового ролика, первого, так сказать, помимо подкаста. И надеюсь, вы со мной останетесь, подпишитесь, поставите лайк, поймете, простите, напишите комментарий, и все у нас будет хорошо. Ну, все, ребят. Давайте, всем пока, удачи, ждите новых роликов.